вашу кухню, такі всі гарні. Боже мій. Якась лямпа стоїть, світиться чотирма кольорами. Диско, 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 диско. А що це таке? Це дискотека века. Сині, вчора вам вдалося підкорити серця ваших однокласників. І завдяки цьому ви відправляєтесь на балкон. Спасибо. Час робити висновки і визначити, хто ж винен у вашій поразці. Чорні фартухи мають отримати двоє людей. Це труба. Що ж, ви пишете на двох папірцях два імені. Я получив масу удовольствия від нашої роботи. Но все же я для себя выделил двух человек, которые, как по мне, справились хуже всего. Георг, ты занимался декором, и в конечном итоге он у тебя практически не получился. То есть у тебя ломались, ты пытался сделать нормальные круглые смайлики эти выдавить, но они у тебя просто ломались. Извини. Це було несправедливо. І воно по моїй часі несправедливо. Тому що декор, чисто декором займався. Декор повністю все зробив, що мені казала Лінзон. Повністю все зробив. Ярі. Во время всей роботи ти був немного розтерян. Ти не знав, що тобі робити. Ти мельтішився, ти нервничав, і це було заметно. Сорян. Ну, Санечек запирал за тебя, так как ты был как бы капитаном. Ну, ты сам знаешь. Ярик. Ну, второй голос за тебя, так как я считаю, что ты, ну, как бы, меньше работы сделал, как бы. Хорошо, это. Наши друзья попробовали, мне сказали, что им не понравилось три шоколада. И три шоколада готовил ты и Женя. Тому... Саша, ты был капитаном, и если проиграла команда, то виноват капитан. Второй человек будет Георг, потому что мне казалось, что ты сделал чуть меньше, чем все остальные. Казалось. Женя постоянно меня выбирает. Когда она в моей команде, я ее всегда жалею, а когда я ее в команде, она постоянно выбирает меня. Хорошо, окей. Ник, Георг, какая-то война, понимаешь? То она его сливает, то тот ее сливает, то она ее так дашь. Ну там у них там ответочка. Всі слідчі послідовно голосували за Сашу і Георга. Вибачай. Сорі. Окей. Простите. Барбікен почав потіти. Вже тоналка почала топитися. Він вже переживав, буде успокоїтельні маски вечором приймати. Жорочка, любимий. Розстрілюють. Я кажу, Жорі макулатуру, короче, можна задавати, понимаєш? Сиділи, обсуждали, ніхто нічого, ніякого звуку не вимовив про Геворга, а тут на тобі, біля, сьогодні з точки один за одним йде. Ну, взагалі офігеть. За спиною постійно обсуждають, а потім... Вони всі договорились. Ярик, Ярик, Женя, Марічка, Мирослава. Та забей, все, це їх діло. Щоб не ссорьтесь з ними, слышите, нічого мені не говорите, не ссорьтесь, їх діло. Пускай ну, понятно, це їх команда, естественно. Геворга 6, в Шульге 7 голосів. Знімайте фартухи. Команда червоних, усі крім чорних, піднімайтесь на балкон.
Все, пацаны, давайте, держитесь. Чорні фартухи на балконі. Спускайтесь до нас. Я і Олег спустились. Так, дивне таке явище на кухні, мастер-шеф. Є тільки Таня і Діма. Де Ектор? Ектор, може ти на Мальдівах где-то улетів? Ну, я вроде фоток не видела нових в шортиках коротких. Это Морфеус. Тихо, тихо. Смотри, ну реально матрица, знаешь, еще так котлетки в него кидают, он такой... Бу-у-у. Потом вот так вот, бзю, сила галантина, взлетает, короче, ну реально. Матрица, кулінарна матриця. Son dos vías distintas. Завжди є декілька шляхів вирішення проблем. Es difícil. Нелегко вибрати, який з них є правильним. Correcto. Una estrategia que стратегія і гарантія отримати хоча б щось. Чи ризик і можливість отримати все або нічого. Іноді ваш вільний вибір – це ваше прокляття. Особливо, якщо доводиться вибирати не з двох, а навіть з трьох чи чотирьох шляхів. Оце балака з загадками, як якийсь мудрець, коротше. Нікому нічого не понятно, всі на нього дивляться, коротше. Напевно, ви не дуже розумієте, що відбувається. Зараз усе стане на свої місця. Олеже, підходь, будь ласка. Мені треба вибрати. Обирай. Який колір? Зелений. У Олега є удав. Він же теж зеленого цвіту. Мені кажется, що для Олега зелений цвіт – це не просто так. Наприклад, для мене зелений цвіт – це цвіт арбузика. Или, знаете, когда я иду со школы, там траву косят, и слышно запах арбузика. Вот этот зеленый цвет мне напоминает запах арбузика. А следующим идет Юра, и он выбирает красный. Потом идет Саша, он выбирает синий. И Георг, ему достается желтый. Кожна цукерка має свій колір. І, звісно, це не дарма. Ось там є пристрій, бачите, за вами. Це генератор долі. Заходити безпосередньо на кухню, підходити до робочих поверхонь та виконувати необхідні вам процеси, ви маєте право лише, коли на пристрої горить ваш колір. Каждая фишка, которую взял каждый из участников черного фартука, соответствует цвету на светофоре. И когда будет загораться тот или иной цвет, тот или иной человек с таким же соответствующим цветом будет выходить и готовить. Когда типа, цвет сгасает, типа, ты забегаешь и других то есть, выходит. Может по одному загорится лампочка, может все сразу, может по два, может по три. Вот я себе даже не представляю, как можно готовить так вот фрагментами. Ну как? А зараз дізнаємося, які страви ви повинні приготувати сьогодні. Олег! Підходь. Айнто. Це густий німецький суп з м'ясом та овочами. А посередині хай буде. Том'ям. Це суп тайської кухні, який має пікантний гострий смак. Клем чаудер. А? Клем чаудер. Ти будеш готувати традиційний американський суп з виразним смаком міді. Буябес. Thank you.
Сьогодні ти готуватимеш французький суп з морепродуктами та томатами пілаті. Комори з продуктами та девайсами будуть відчинені весь час. У нас на приготування страв була одна година. За одну годину, звісно, це реально приготувати. Час пішов! І тут різко закриваються всі цвіта, і ми просто полетіли, хто за девайсами, хто за продуктами. Да быстрее. Сразу ставьте воду на бульон, понятно? Взял сотейник, поставил его набирать воду в него и пошел в продуктовую. Юра погнал по воду. А спокойно все. Який сотейник стоял там, а я зафигачил. Наверное, думаю, скорше натече. Саня скользит. Как удавка. Олег, да, он просто плавает, понимаешь? Он просто ползает. Это называется стиль Саймона. Ну, зачем мне просто так бегать? Ну, я же не какой-то немножко того, чтобы просто так ходить и бегать себе. Просто, как бы, я думаю, вы тоже не бегаете так прям все время. Ну, такая, видимо, у него таксика, ты видишь? Олег, ты что, на Марсе? Я люблю его просто работу Олежки. Смотрю, что на моем сотейнике стоит еще один сотейник, и набирается воды. Я поднимаю свой чужой сотейник, смотрю, а там воды практически нет в моем сотейнике. Нет, ну вообще-то здесь стоял сотейник. Ну ладно, я заберу этот сотейник, потому что, извините, я первый начал набирать воду. Олег! Это Юрин сотейник, положи обратно. Не надо было ставить на мой сотейник. Ты посмотри, а? Молодец. Юра, он забрал твой сотейник. Юра, твой сотейник забрал, Оле. Та нічого не буде. Наберем всі. Давай, та почекав, я потім набрав, поставив. Кип'ятитися. Почав курку різати. Жора, подожди, візьми маленький сотейник. Тебе готовить на одно блюдо. Зачем ти взяв здорову? Оно быстрее приготовиться, если будет маленький сотейник. Я переливаю на маленьку, короче, ставлю на вогонь. Поки маленько, точнее, там кипить, я начинаю себе свій чистити. Саня, та же ошибка, зачем тебе здоровый сотейник? Что ты сделал с Марком? Ты делаешь одну порцию, зачем вам большие сотейники, ребята? Марк, если что-то попросит, подскажешь, так не надо. Что ты мне базаришь? Что я базарю? Я тебе сказал. Я тебе сейчас туда спущу, и ты мне будешь там тусоваться, понял? Что ты мне сказал? Я тебе просто сказал, они будут что ты им базаришь? Ты будешь со мной так разговаривать, ты сюда спустишься, ты меня понял или нет? Куда спущусь? Ты тупой, не понимаешь, куда спускаться? Ты со мной базаришь. Я с тобой не базарю. Вася, ты мне, ну, значит, зачем ты меня кошмаришь, я не понимаю. Что, я разговариваю, я тебя трогаю? Нет. Я просто сказал, потому что им тоже... Что им тоже? Все, я не хочу своего. Ну и все, не базарь, закрой рот. Долбал. Бегайте быстрее, а то сейчас как фонарики ваши. Оп, то как раз. Юра, быстрее работай! Юра, ты делаешь! Я начинаю эту курку резать, рубать, так скажем. Юра, ты бульон сейчас будешь? Он бульон сейчас будет делать? Да. Юра! Юр, пожалуйста. Боже, ребята, зачем вам такие... Заткнулись сейчас! Юра, пожалуйста, когда сделаешь, поставишь свой бульон, почисти немного мне еще... Подожди, стоп, Саша, пускай он сделает, не забивай ему голову, Марк. Я же говорю, сделаешь, потом поставишь мне, пожалуйста, смиди, пускай бульон варится, пожалуйста, хорошо? Добре. Юра, не слушай. Марк. Ну так а что он голову забивает? Окей? У тебя стоит вода. Вода, я поставил, да, он уже. Добре, мені скажешь, де... Юра просто добра душа, и в його весь час за це, ну, реально там дергает, там, а, да, Юра, поможи мені, Юра буде помогати. Він там, от кине там свій процес в сторону, але він буде робить іншим. Юра, подожди, Юра. Ты сейчас будешь всем помогать, и ты ничего не приготовишь. Ты сейчас делаешь свое, Марк, тихо. Все. Вот Юра, когда... свои мозги есть, ведь сам знаешь, что делать. Что ты вспомни себя просто. Да я же ничего не говорю, просто пускай свое сделать, потом забивай ему баки. Марк, ты сам всегда всех нагружаешь. Я знаю. Ну, то все. Я стал на путь исправления. Что?
Розкажи це комусь другому. Я не знаю. Щось мені в голову влетіло таке конкретне. Пішов я йому чистити ті міді. І почистив три міді і закинув бульйон. Почисти ще чуть-чуть їх. Юра, приготовь за всіх блюда. Ще штук п'ять, витащи. Та Юра, жаль креветки, що ти робиш? Що він робить? Креветки жарить йому треба. Та цейте! Та не треба, я їх потім пожар. Тихо будьте. Та у нього буде час, Юра, ти странний. Юра, ти приклама, що ти час время виходиш. Все добре, тихо. Подсоли, Юр, подсоли воду, пожалуйста, щоб... Та потім досолиш. Все. Юра, у Саші буде час. Смотри, вот, понимаешь? О чем мы только что говорили? Зачем? Ты. Я лечу, наверное, скоростью за этим бульоном. Досыпаю туда еще 5 штучек этих мидий, отковырю их от своих панцирей. Ставлю это все на огонь. Саша, контролюй мой бульон. Все оно не сыпется, понимаешь? Что с ним делать? Как оно крутится? А? Может быть, мне надо сказать, что он красивый? Подсолил воду и все, полетел за, в общем, за овощами. Давай же вообще какие-то чистые, реально, все вот так вот просто. В таком темпе, в таком, не знаю, хаосе все делается. Сань. Все, что? Уменьши огонь мне чуть-чуть. Вот крайняя, нет, не та. Крайняя, да. Уменьши огонь. Саш. Только не выключай, пожалуйста, уменьши там, до... яка в мене температура стоит. Мій бульон справа вперед. 12? Да, то 12. Хай стоїть, добре. Але якщо щось, знімеш кришку, щоб воно не збігло. От, якщо б не будемо вам допомагати, то фіг хто справиться з заданням. Реально. Ні, може справитися, але буде складно. О, прийшов! Сталося таке, що ще не було ні разу за всю історію мастер-шеф. Олег почав бігти. Олег бегает, Маша, смотри. Олег начал бегать. И вот я просто бегу, уже бегу. Я не знаю, как это просто покажет по телеку, этот ужасный бег, наверное. Но я просто бегу, мне уже все равно, потому что я так хочу подняться на балкон. И просто в белом фартуке со своим именем смотреть с балкона на судей и на все, что происходит снизу. Ничего себе, а смотри, как волосы красиво развиваются. Олег Винник. Ну, неправда. У него вот здесь длинные волосы, и здесь такая залысина такая треугольная. И какие-то у него тут пробор неровные у него еще. Да не трогай ты ее, ну. Кто его трогает? Мы шутим, что типа он бегать начал. Ты тупой не понимаешь шуток? Нет, это ты тупой. Ну, сложно. Не трогай. Я прекрасно понимаю. Я постарался абстрагироваться от балкона, чтобы... Ну, потому что по балкону не... Да, в общем, так, совет от меня. Балкон до добра не доведет. Просто не слушайте балкон и работайте сами. Вот так. Я надеюсь, что это сработает. Олег, слышишь, Олег? Олег! Да что? Не кричи, пожалуйста. Не, убери, пожалуйста, вот этого, чтобы вы не толпили. Я сейчас уберу. Крылышки я никак не разделал, я их целыми кинул, потому что у меня было очень мало времени. Сними бульон, пожалуйста, сними. Какой? Сними мой, этот? Да, вот этот. Просто поставь туда, на коробку. Все, пускай там стоит. Спасибо. Я помогал в плане каких-то мелочей, а так же, как и мне помогали. То есть переставить сотейник или убрать его вообще с огня. Там посолить что-то, поперчить, или просто почистить там. Ой, может, почистить что-то несу. Или убавить огонь там, например. Олег. А? Можешь посолить бульон? Сейчас, что? Посолить. Посолить кого? Посолить бульон. Егор, какой твой бульон? Вот, сразу, да. Юра, там же ж тебе шум надо снять. Шум? Да знаю я, ну как снимлю? Оле! Да, подожди. Можешь снять шум? Сейчас. Если меня просить, то я буду, конечно же, помогать, потому что я понимаю, что каждый человек здесь находится, и каждый человек... сюда пришел, потому что он здесь хочет быть, и никто не хочет уходить, и поэтому как бы делать человеку пакость и подлость тоже не хочется. О, молодец! О! О, Жора! Наконец-то! Жора!
Креветки чисто, бульон. У тебя есть? Есть. Еще рыба, чувак. Мне сейчас рыбу нужно чистить. Жора, братик, да давай быстрее. Тебе нужно бульон ставить. Він за два заходи, типу, таку почистив рибу. А йому ще на кальмаров, креветки. Йому ще треба осьмінога, вмії. Я такий думаю, коли він, типу, освіє. Сніми, пожалуйста, сніми картошку. Олег, быстро! Пожалуйста, сніми картошку. Жора, сковородку сніми. Сніми, 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 убери. Все, пускай, спасибо. Тут вже загорілося два кольори. Мої два кольори – зелений і червоний. Так? На пішохідному переході. Зелений і червоний. Мій Оле. Шуму нема навіть дуже. Він все і втік. Дивлюся, бульйон вже вроді зварився. Та. Осторожно з екстрасолью, хватить. Все добре. Не переживай. Я його процідив в інший сотельник. Кинув лемонграсу. Ще мав кинути листя лайму. Юрочка, пожалуйста, зайка, а все добре. Кокосове молоко всипану я на око, потім ту пасту відкрив. Кину я тої пасти на том я. Юра, що? А ти зможеш мені дожарити лук? Буде видно, я не знаю, я сам нічого не встигаю. Саша! Кожен робить своє блюдо. Саша, я зараз тобі допомагаю. Я реально зараз на твоїй стороні, але не треба трогати Юру, правильно? Ну, правда. Реально, Саня. Ні, та я не заставляю, я просто спросив, може ли він? Начали резать лук, одну луковицу порезал и где-то половину моркови порезал. Так я просто ее обрезал и самую сердцевинку так порезал на такие крупные кубики, потому что я знаю, что этот суп, он появляется, в принципе, такой крупный, весь порезанный, то есть не очень там элегантный прям. Есть, есть, есть. И вот загораются желтый и синий. Боже, наконец-то, я думаю, наконец-то я. Все, все, уходи, уходи, уходи. Уходите. Саня, Саня. Саша. Что? Саша! Саша! Что? Помоги, пожалуйста, Юре, сними креветки, у него креветки сейчас горят. А креветки тут! Креветки нет, тут! Нет, они сгорят! Горящая сковородка, они доготавливаются! Тут креветки! Сковородка так, горячая, да. Ты слышите, говорю? Креветки забери. Сними креветки, выми креветки. Добре. Начинай жарить картошку, пока она будет жариться, ты будешь все время свой чеснок рубать. Та все, я знаю, я вже картошку налила оливкового масла на сковороду і починаю обжарювати свою картошку. Жора, коли будеш їсти кальмара, не торопись, щоб полежиш палець або пленку, ну, як-то це, так що аккуратно. Там головне пленку. Оділяю філе від костей, від хребта, кидаю в воду з головою, з хвостом, щоб бульон зробився. Папа, посмотри, будь ласка, за сотейник мій, сам валю лево скрою. Там, там вода в ньому є, посмотри, будь ласка. Геворг. Слева вот этот сотейник, самый крайний. Нет, слева, да. Там вода в нем есть? Есть. Жора, делай! Тебе полностью отключить? Уменьши до, до двойки, да. Не забудь про зуб! Что? Что? Фантастика, Марк, ты да просто... Да вы что, гоните, я же тупой. Марк, ты что, переспал с богом кулинарии? Да, Олежка! Оля. Прямо вообще, прям Марк радует, очень радует. Мене шок. Марк сьогодні подсказы. Мене, от, реально я от в восторге просто. Марку хлопаю стоя. Вот так, красавчик. Жора, блин, ну креветки, ладно, это в конце можешь, в принципе, их кинуть. Креветки, в принципе, там только почистить, в конце их кинуть. Креветки я уже почистил, чувак. Олег, обратно. Олег! Да, иду я. В смысле? Боже мій, що то таке? Той світлофор. Щоб його там, як почав глючити щось, я думаю, якого фіга він пішет і міняє кольори. Пі-бі-пі-бі-пі-бі-пі-бі. Кому що, блін, серйозно? Ну... Що за діч? Оно що, больное? Оно сломалось или нет? Ну, я думаю, це спеціально, щоб наші ребята так...
энергии набрались и работали дальше, так взбодрить, чтобы они побегали, чтобы их кровообращение хорошо шло, чтобы калории теряли, ну, чтобы похудели, может быть. Назар его веру, бай. Сейчас два раза. Пошли его сломаем. И я сейчас опять зря поставлю эту гребаную картошку. Вот смотри сейчас, попробуй только переключиться. Я подойду, поставлю эту сковороду с картошкой, уберу, ухожу обратно в эту зону хатику. Выхожу, ставлю, там буквально ну, пару секунд, две-три, постоит на той, конфорке, я опять убираю. Реально думаю, ну какая же морозина, это просто это палка с цветами. Юра, слышишь? Заделай все, что можешь. А это вообще что, никто. Означает? В смысле никто? А. Алло, никто вообще? Как никто? Вы что, серьезно? Что за подстава? Да не орите, вы понимаете? Юра, нет, пошли разводим. Справедливо! И он десь так секунд 20 побув мертвым. Я думаю, это что, в натуре поломался, чи... Наконец-то! Боже, наконец-то, спасибо! Все, ребята, успокойтесь, у вас сейчас будет все время все цвета гореть, так как вам дается время на презентейшн и все дела. Креветки почистив, кидаю панцир в воду вместе с рибой, короче, с костями, хребтом. И воно варится бульон. Братан, тебе еще помидоры. Юра, добавляю перец чили, который добре, пожарил. Добре, то зараз все грибы. Будет. Ще забув, що мені треба гриби пожарити. Ну, ще і так і можна їсти все время. Юра, у тебя бульон, случайно, не сильно жирный? Да я тут... Може бути. Возьми ту штуку там, де ми соуси берем, нырни в сотейник і висоси, понял, то, що без жира, понял? Ага, типа, я понял. І тоді вот так, понял? Попробуй так сделать. Добре. А у нього жир сверху, да? Жир, видишь, все жирное сверху. Ага, я понял. Запхав я ту пепку в той суп, веду в повітря так і починаю відпускати так. Выпускаешь воздух, сдавливаешь и всасываешь только то, что на дне. Починаю заливать, ого, ничего, фигач, добрый є. Потом другий раз, зафигач. Чуть это Юрий кто-то подсказал всей штукой? Артурчик, красава! Да я. Это Артур ему подсказал. Круто. Посмотри, Олег уже блюдо готово. Ну блин, ну как? Может, он просто где-то оригинал заныкал, а потом забрал, взял его? Я не могу так, знаешь, я вот, знаешь, вот я, когда вот я посмотрела на Олега и поняла, что у него уже блюдо готово, я так, знаешь, на секунду так отошла от всего, подумала, боже мой, а если бы я реально так была бы, я ж, у меня бы, не знаю, у меня бы никогда в жизни не получилось, а, знаешь, утихомириться эти все эти нервы, стоять, не кипшить, я так не могу реально, у меня никогда, у меня не получается так. Я просто поражаюсь, как у него так получается. Просто, он так... Не надо поражаться, просто не нужно в Олеге сомневаться. Вот и все. Я уже вот просто стою, не знаю, куда мне попадаться, на какую поверхность мне встать. Олег, унеси куда-нибудь тарелку. Так вот я не знаю, куда ее поставить. Везде все стоят. Да, Олег, что ты с ним гуляешь? Олег решил его напитать кислородом этой кухни. Если бы кто-то перевернул... Боже мой. Если... Что вы представляете? То, что я делаю. Если бы кто-то перевернул... Если бы кто-то перевернул мой суп, то я бы взял бы суп другого участника и вылил бы этот кипяток ему на голову. Да не надо его в мусорку выкидывать, Олег! Я тебя сейчас в мусорку выбрешь. Марк, угрозы. Тебе страшно? Я тебя спрячу. Олег делал свою презентацию первым. Его суп был очень красивый издалека. Наверное, если бы я пришла голодная очень в его ресторан, то я бы скушала его блюдо 100%. Потому что издалека оно было очень ничего таким. Оно было таким красненьким, как мои брюки на выпускном. Жора, братик, у тебя осталось, грубо говоря, 2 минуты, а то и меньше. Вытягиваешь рыбу, сотейник, вот эти кусочки великие, руками.
Я не знаю, чого я руками поліз. Якось так машинально все в голові произошло. Витягуються руками. Рибу починаю його різати. Не пальцями витягати, а шумовкою, Жора, що ти робиш? Хто після тебе тут буде їсти? Жора, слышиш? Презентації грубі куски смотряться некрасиво. Жор, знаєш, як зробити? Жор, смотри. А. Креветки вокруг каракатицы этой. Вокруг каракатицы, да, и так все, понял сверху. Как будто типа тусовка каракатицы с этими креветками в бассейне. Залишилось 3. 2. 1. Блин, Жора. Оно жижа какая-то, смотри. И стоп! Час вичерпано. Руки від столів та відійдіть. Тут вердикт, дай. Олег, підходь зі своєю стравою. Он взял свой супчик, аккуратненько в свои ручки миленькие. Он выглядел как ангелочек. Он так мило его нес. У него еще очки такие милые, и волосики такие пшеничные. Класичний айнтоф за консистенцією дуже нагадує гуляш. А у тебе суп вийшов трохи рідкіший. Овочі добре нарізані, не переготовані. Дякую. Скільки бульйонів у тебе тут? Це куриний, свиной і говяжий бульйон. Дима пробует мой суп, вкус этого супа понравился. Олег, забирай страву та повертайся на місце. Юрко, Юрко, підходь. Гриби шиї такі, дуже подрібнені. Їх майже не видно. Юрко, тобі не здається, що твій суп занадто жирний? Ну так, він був досить жирний, так як я вважаю, курка була жирна, там бульйон був жирний, ну і паста сама жирна. Так, але ж треба було не зловживати олією, адже навіть креветки жирні. Дякую. Смак я відчуваю кокосове молоко, окремо відчуваються гриби. Не вистачає кислинки, яка притаманна цій страві, цьому супу. Також він не гострий. Тобто він навіть не пікантний. Про спеції взагалі я навіть промовчу. Дякую. На здоров'я. Повертайся на місце. Я думаю, все, їду я нині додому. Бай-бай, мастер-шеф. Сашко, будь ласка, підходь. Quantas porciones estabas preparando? А скільки порцій клем-чаудеру ти готував сьогодні? Одну порцію. Ага. Тоді навіщо тут стільки картоплі? Неї можна нагодувати весь балкон. Проте суп має виразний смак міді та добре приправлений спеціями. Дякую. Не понял. А ти бачив, як виглядає глем-чаудер? Ну, один раз, да. Якого він кольору? Світліше, ніж мій. Забирай страву і повертайся на місце. Геворге, будь ласка, підходь.
Геворге, є такий девайс «Шумовка». Чув про таку? Так. Добре, що ти знаєш про неї. А скільки шумовок є в нашій девайсній? Багато. П'ять. Під час процесу приготування в тебе була нагода використати шумовку? Я не використовував шумовку, так як час вже приближався до кінця, і просто бігати туди-сюди, і це, як би сказати, время отнімає. Я вистачу думаю, що заберу ложку і оце все. Ти використав ложку? Чи, можливо, більш примітивний девайс? Руки. Да. Руки. Если бы я пришла в ресторан со своим молодым человеком, который меня пригласил на ужин, я бы увидела, что повар готовил руками, то я бы взяла эту тарелку и одела на повару на голову. Сказала, кушайте сами, я это кушать не буду. Взяла бы свою шубу, сумку, развернулась и ушла бы. Честно, мы шоковані. Абсолютно. Ти просто подав нам страву не з-під ножа, а з твоїх рук. Так може замість того, щоб куштувати твою страву, нам краще облизати твої долоні? Я не хочу знати, які на смак твої руки, Геворге. Тому я і мої колеги не будемо куштувати твою страву. Забирай страву і повертайся на місце. Як можна було витащити м'ясо руками? Що, ті руки? Ти бачив, які у нього руки просто? В такому отвратительному состоянні. Просто слой грязі під ногтями. Боже, кошмар, фу. Та що, руки чисті, Боже. Та мене це, я не можу, мене привичка з дитинства. От взяв, вступив. Олег. Олеже і Сашко, підходьте. Ми завжди очікуємо від вас на кулінарні шедеври. Сьогодні вам було нелегко, але тим не менш, Олеже, твій суп дуже добре смакував та був майже подібний до класичного айнтофу. А в твоєму супі, Сашко, ми знайшли найголовніші характеристики клемчаудеру. Ми хочемо, щоб ви завжди прагнули до довершеності, а поки що знімайте фартухи. На балкон. Мне хотелось тупо, не знаю, там уже прыгать, не знаю, выше чего уже. Потому что я настолько рад был этому. Потому что меня типало так, что я могу сегодня уйти, что не знаю. Что бешеного. Олежа, братан. Боже, я четвертую битву черных пережить, это вообще. Живучее. Вот четвертый раз уже из битвы черных вышел. Я же знал, я верил, Сань. Юрко и Геворге, підходьте. Снимайте фартухи. Балкон, спускайтеся. Мне кажется, что эмоции Юры и эмоции Геворга их переполняли, они настолько волновались, что я даже чувствовала, что вот так вот делал Юра. В минулій програмі ніхто не поїхав додому. Але цього разу такого не буде. Юрко, ти припустився помилки в нарізці, і суп був занадто жирним. Проте в твоїй страві були всі інгредієнти, та вона мала виразний азійський смак. І тому ти залишаєшся на проєкті. Дякую вам, Олег.
сльози на очі вийшли. Що там таке було? Що це було? То словами не передати, що там в мене було. Як так? Ну я ж типу вже себе вроді поховав, а тут мені такий шанс дають. І у мене просто лють сльози. У мене був настільки шок, що я побачила, коли Юра плакав. Він сам від себе такого ніколи не очікував. Просто, понімаєте, Юра в нас реально там, вибачте мене, в нього мишці такі, як у мене Рунагална, понімаєте? У мене ляха така добротна, понімаєте? І він, ну реально, такий в нас мужчина кремень. Він ніколи там свої нерви не показував, нічого. І тут він реально починає плакати. Та просто навіть я, просто у мене мову відібрало. Прикиньте, у мене відібрало мову. Все. Геворг. Геворге. На жаль, ти припустився фатальної помилки. Ти просто знехтував правилами кухні. Можливо, так вийшло, тому що кухня – це не те місце, де ти хочеш бути. Сьогодні ти отримаєш фартух, але він буде тобі на згадку про мастер-шеф. І, можливо, він буде мотивувати тебе рости і розвиватися в кулінарній сфері. Але вже не на нашій кухні. Сьогодні ми прощаємось з тобою. Я думала, что он чистый украинец, а он оказался грузином. Я армян. А, он армянин. Это секс-символ такой, что прям ух, тільки виходиш на сцену и все вау. Оно все творится. Его вот эта кровь армянская с ним играла очень классную шутку, потому что он был такой артистичный, такой харизматичный. Смотрите, какие огромные мускулы. Ну вот, мышцы. Я же сказал, что армянская рода покажет свои. Кулинария, они есть кулинарию. Кулинария. Прокатиться. Ка. За. Он запомнится нам с этим вот армянскими всеми этими штуками, своими дижонски, по-дижунски. Кролик по-дижински. Что? Кролик по-дижински. Егор, счастье мне, по-дижонски. Дижонски. Жора, он такой классный на самом деле. Он бывает злой. Вот когда ты его взбесишь, Жора начинает орать. Нормал. Остроемкость, это такая, типа, маленькая. Да, маленькая, типа. Ты что-то не принес. А с ним вот он классный пацан, он добрый. Груша. Что он говорит, ну сухо. Груша, за честь. Груша. Лучка. Вот он не подставит никогда, он не будет крысячить, типа сливать кого-то, потому что он честный. Егор, а что ты делаешь? Надеваю черный фартук. Он правду в лицо говорит, он всегда говорит в лицо, и вот он, значит, помочь всегда готов. Кулинария. Слава Богу. Спасибо. Кому-то привет. Хто буде не завтра кипитися, хто буде не будіть? Хто мені буде вчити армянський? Армянський, каже, хто мені буде вчити, що йди сюди. Він говорив, а на армянський переведе. Все, домой. А так не хочеться додому. Так не хочеться взагалі.
Боже, наконец-то нас не 17, наконец-то хоть уже 16. Жалко, конечно, что не 15, но не, в таком случае хорошо, потому что был бы Юра. Слава богу, что 16 уже, а не 15. Но все же, уже на одного меньше, уже лучше, уже нормально. Хоть мы сдвинулись на одного, наконец-то.